руководство высказать? Нет. Мужики, от себя хочу сказать, что мы проделали огромную работу. К сожалению, сегодня она положовка не дала. Но матч плей-офф — это вот такая вот херня. Когда ты можешь провалить один тайм, как сегодня был первый. И во втором, к сожалению, игра была намного лучше в качестве игры, но я не знаю, херня, которая залетела. Выиграли не как говно, потому что как бы футболист не играл, его нельзя говном называть. Он всегда выходит и старается. У меня просто чуть другие понятия. И я просто хочу, чтобы вы сейчас вообще понимали о том, то, что мы реально проделали огромную работу. Извиняюсь, можно секунду? Парни, от лица лиги, большое вам спасибо за участие. Вы просто жемчужина нашего турнира. Не вылетать неприятно. Еще раз вам большое спасибо. Вы молодцы. Спасибо. Антон, спасибо. Спасибо. Бля, уже забыл, что говорил. Короче, спасибо, ребята, что вы принимали все, что это. Хотя не всегда это получалось, особенно когда выходили на поле. Но вы должны понимать, что мы собрали всех, кто в профессиональный футбол играл, кто не в профессиональный, кто играет где-то параллельно, кто-то вообще не играет нигде, кроме броков. Мы сделали один большой коллектив, и все в этом коллективе старались делать одно и то же дело. Особенно на поле, особенно под конец группового этапа. Поэтому от себя лично хочу каждого поблагодарить, что дальше будет. Когда мы будем собираться, кто будет собираться, это дальше объявим. Вот. И просто, понятно, мы проиграли, но все равно надо друг друга поблагодарить за работу. Давайте, ребята. Пацаны.